Люди, оказавшиеся в такой плачевной ситуации, говорят, за неделю успели обойти уже всевозможные городские инстанции с просьбой о помощи, но так и остались неуслышанными. Коммунальные службы города просто игнорируют одесситов. Пока в городе была сухая и теплая погода, жители этого дома с терпением ждали прихода коммунальщиков. Но с изменением погодных условий ждать жители этого дома больше не могут. У нас во дворе упало дерево, акация, которая выше дома. Упала на крышу, при этом повредила кровлю. Там у нас теперь зияет огромная дыра. Ну и в связи с тем, что идут массовые такие мощные дожди, весь этот дождь попадает к нам на чердак. Я уже обращалась во время этого ливня в департамент городского хозяйства коммунального и в наш ЖСК в Портофранковский, и в горисполком звонила. Как бы там мне сказали, а что мы можем сделать. Оперативно сработать коммунальные службы могут, говорят жители, только если им за это заплатить. Почему люди должны отдавать большие деньги за работу, которую коммунальщики должны делать бесплатно, они не понимают. Дело в том, что эти все инстанции, которые обязаны выполнять свою работу ежедневно и не хотят ничего делать, требуют деньги. И ежедневно только один наш дом, около 10 тысяч ежемесячно, обязан перечислять в ЖЭКу. И за что? Никто ничего не хочет делать. Кроме того, дерево до сих пор представляет собой серьезную угрозу для жителей. В любой момент, говорят они, дерево может упасть. Меня не волнует балконы, и меня не волнует уже столько состояние дома, сколько здесь на проходная часть с колясками дети ходят, не видят, что там наверху и здесь, останавливаются, разговаривают, бегают. Вы понимаете, что на двух тросах осталось дерево. Оно висит на этих двух капелях. Только оборвется. Здесь же не одна смерть может быть. Через дыру в крыше дождевая вода попадает прямо в квартиры людей. Если так пойдет и дальше, говорят одесситы, то их имуществу будет нанесен непоправимый ущерб. Исходя из того, что моя квартира верхняя и прямо по чердакам, честно сказать, я боюсь сейчас зайти в свою квартиру и увидеть, что там происходит. Жители дома доведены до отчаяния. Говорят, что же, чтобы быть услышанными, улицу надо перекрывать.